носим Христе Боже нашего, Его духания духовного, и же прием при небесной Твой жертвенник, вот и спаси нам благодать Пресвятаго Твоего Духа.
Пресвятою, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преисподнюю Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Oh.
Сей Божий вещь, и посети виноград сей, и утверди, Его же насади, десница Твоя, Святый Божий. Вошедши же в корабль Адрамейский, пождавши плыть в осийские места, отверзохомся сущу над ними Аристарху Македонянину от Солуня, в других же пристахом в Сидоне, человеколюбие же и ули Павла Витея, повели к другому шедшу прилежание улучите, и оттуда отвержися поплыхом в Кипр, за небе тебя попротивним. По чину же Киликийскую и Памфилийскую приплывше, придохом в мире Ликийския, и таму обрете сотника корабль Александрийский, плывущ во Италию в Садены вон, во многие же дни косно плавающе, едва бывши в Книде, не оставишь у нас ветру приплывом под Крит, при Соломоне, едва же избирающий край придохом на место некое нарисаемое доброе пристанище, ему же близбе град Лосей, много же времени минувшу и сущу уже небезбедну плаванию, за неже и пост уже бе пришел, советовавши Павел глагола им. Мужа я вижу, яко с досаждением и многою тщетую, не токмо времени у корабле, но и душ наших хочеше быть и плавание. Сотник же кормчия,
навклире пословши паче, нежели Павлом глаголем их, недобро же пристанищу сущего, изумнению многие совет деяху, отверзитеся оттуду, аще како возмогут достигши Финикии, озимете в пристанище Крисим зрящим, вливу и хориву, дхнувши же йогу, мневши воли своей улучите, воздвигши ветрила плыху вскрай Крита, не по мнозе же возвещай противен ему ветер бурен, нарисаемый Евроклитон, восхищен уже бывшу кораблю, и не могуще сопротивитесь ветру, вдавши волнам носими быхом. Остров Женеки, мимо текши на рецах уся Клавди, егда возмегохом удержати ладию, юже всякши всякими образом помогаху, подтверждающий корабль, бояше жеся да не всрит, впадут, не спустившу парус, сицу носими бяху. Вельми же, обуреваемый нами наутрие, изметание творяху, и в третий день своими руками ядрило корабле, корабленное отвергохом, ни солнце же, ни звездам, явшимся на многие дни, и зиме не в мане належащей прочие, отымавшейся надежды всея еже спастись и нам, много же не ядение сущу, тогда став паве посреди их рече, подобаше убо у мужие, послушавши мене, не отверзитеся от Крита, и избыте досаждения сего и тщеты, и сего ныне молю вы благодушествовать и погибель, поедин дух от вас будет разве корабля, представами всю ночь, его же аз есим, ему же и службу ангел Божий глаголя, не бойся, Павле, кесарю тебе подобает предстати, и се дарова тебе Бог, вся плавающий с тобою. Тем же дерзайте, мужи, верую во Богови, яко тако будет им же образом реченными бысь. Во остров же некий подобает нам предстати, и яко же четверенадесять ночь бысь, носим над Адриатийской пучиною, в полунощи не в чеваху корабельницы приближитесь им с некою стране, и измеривши глубине, обретоши саждень 12, мало же пришедши и паки измеривши, обретоши саждень 15, бояши же сяда никаку в предподние места впадут, от носа корабля бергши, готовы 40 муляхуся в дни будет. Корабельникам же ищущим бежати из корабля, и низвестившим ладью в море, и звездоком аки носа хотящим, готовы пристерти, рече Павел сотнику и воинам, аще неси прибудут в корабли, вы спастися не можете. Тогда воине отвергши уже ладьи и уставшую от паси, егда же оба хотящий день быть, и моляши Павловся прийти в пищу глаголя, 14-й день аюш, чающий не яше, пребывающий ничто же вкусивши, тем же молю вас, прияти пищу се, себо к вашему спасению есть, ни единому же от вас влас главы отпадет. Рек же сия и прием хлеб, благодари Бога пред всеми, и прилонь начати яси, благонадежни же бывши все, идти прияше пищу. Бог
Благослови, Владыко, благовестителя святого апостола Евангелиста Луки. Святого Евангелия чтение. Во время оно, по внеде Иисус весть некою, жена же некая имени Марфа, прият Его в дом свой, и сестра ей бе, нарицаемая Мария, я же седшая при ногу Иисусову, слышаше слово Его. Марфа же молвши о мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя единумя остави служити, арцы уба ей да ми поможет. Отвещав же Иисус рече ей, Марфа, Марфа, печешеся и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Бысть же егда глаголаше сия, воздвигши некая жена глас от народа, рече ему, блаженно чрево носившее тя, и соса я же и сисал, он же рече, тем же оба блаженны, слышащие слово Божие и хранящие и Духа Твоему. Thank you.
Yeah.
помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятая Богородица, многочисленно являла своим неизреченную благодать роду христианскому. Мы видим, как она от самого начала апостольской проповеди, от самого начала бытия Церкви христианской, пребывала вместе с учениками Христовыми. Сегодня мы заканчиваем празднование Вознесение Господне, и на иконе Вознесения мы видим Пресвятую Богородицу, которая вместе со святыми апостолами, воздевши глаза к горе, видит Вознесение своего возлюбленного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Она пребывала в молитве со святыми апостолами до дня Пятидесятницы, и в горнице Сионской вместе с ними исполнилось Духа Святого, который помогал святым своим ученикам и апостолам проповедовать Евангелие во всей земле. И во всех трудах апостольских она пребывала с ними. Она молилась о них. Она пребывала в доме святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова. И его странствия, которым он проповедовал Слово Божие. Она вдохновляла и поддерживала, и своей молитвой укрепляла святых апостолов на их проповедь. И когда она представилась от земной жизни в небесное царствие, святые апостолы с плачем провожали ее и в гробнице в Гефсиманском саду. Но и отшедшие от них, она не оставляла род христианский своими милостями. И множество чудес проистекало уже от ее пречистой ризы, от ее пречистого пояса, и особенно от икон, от святых изображений и святой владычицы нашей Богородицы, первое из которых было написано святым апостолом и евангелистом Лукой. И Пресвятая Богородица, воззрев на свою икону, сказала: «Благодать моя с этой иконой да пребудет, и до ныне благодать Пречистой Богородицы продолжает пребывать с ее священными изображениями, иконами, многие из которых прославлены чудесами, исцелениями, защитой рода христианского от различных бед, напастей, отстояний, нашествий вражеских. И нашу землю русскую Пресвятая Богородица особенно почитает своей милостью. И практически в каждом крае нашей обширной земли явили чудотворные иконы Богородицы. И вот в 19 веке такая икона была явлена и в Донской земле, здесь, на этом месте, в станице Урюпинской, благочестивым донским казачкам, которые пребывали в молитве, в то время как казаки, их мужья, сыновья, братья, стояли на защите родной земли. И Пресвятая Богородица пребывает здесь, в этом храме, уже много лет, больше полутора столетий, пребывает здесь образ Пресвятой Богородицы, и по ее словам, то
благодать моя и сына моего с этой иконой да прибудет, и ее милость пребывает на станице Урюпинской, на граде Урюпинской. И мы видим этот великолепный собор, который волею Божию, заступничеством Пресвятой Богородицы сохранился во все годы искушений, беды, напасти, которые пришли в 20 веке на нашу страну, за отступление русских людей от Бога, от помощи Пресвятой Богородицы. Но мы знаем, что в этом храме множество людей, денно и ночно, все годы великолетий и войны, смут и безбожных гонений молились пред иконой Пресвятой Богородицы, просили ее милости, просили ее помощи, просили об исцелении, просили о заступничестве ее от всех вражеских нападений. И мы знаем, как они прятали и сокрывали образ Пресвятой Богородицы от безбожников. И как в то время, когда Господь призрел на нашу землю русскую и даровал свободу церкви нашей, снова образ Пресвятой Богородицы вернулся для поклонения всех верующих. И настолько было сильно рвение у рюпинцев, настолько была сильна их вера и молитва перед иконой Пресвятой Богородицы, что мы знаем, что и храм сей сохранился, и град сей сохранился, и православная жизнь в нем сохранилась. И светит ясным светом всем окружающим людям. И не случайно именно здесь, в этом городе, была учреждена епископская кафедра. И тот храм, который укрыл в своих стенах икону Пресвятой Богородицы, стал кафедральным собором, где множество духовенства во главе с нашим преосвященнейшим епископом Елисеем молится перед этим образом и воспевает Пресвятой Богородице, Пресвятая Богородица, спаси нас. В чем же состоит величие Пресвятой Богородицы, которая поставлена ее пречистым сыном выше всех небесных сил, честнейшую херувию и славнейшую без сравнения серафим на лица этой ее святая церковь. Выше всех ангел и архангел поставил ее Господь. Потому что она, чистая отроковица, явила величайшую в мире премудрость, неземную мудрость, потому что существуют разные степени этой мудрости. Бывает просто простой человеческий ум, который мы ценим в людях, и очень сильно сожалеем, когда этого ума в человеке нет. Есть мудрость, которая приходит у человека с годами, с опытом. И мы уважаем таких мудрых людей. Но есть высшая степень мудрости, есть премудрость, которой сам человек своими трудами не может достичь, которая дается только благодатью Божией, которая достигает святые, и которая первая из них достигла Пресвятая Богородица. Уже в отроческом возрасте, будучи с младенчества посвящена на служение Господу, пребывши в чистоте, пребывши в послушании Божьим заповедям, она, единственная из всего рода человеческого, сподобилась явление архангела Гавриила, принесшего ей странную и непостижимую до ныне человеческому уму весть о воплощении через нее Сына Божьего. Многие поколения пророков тысячелетиями представляли, как это будет, и возвещали явление Господа на земле в громе и молнии, во вселенских катастрофах, потому что не может устоять грешное человеческое естество перед неизреченной святостью Божьей, перед его праведностью, перед его праведным судом. Но Господь судил иначе. Он пришел тихо и кротко. Он послал своего ангела к пречистой деве, чистой отроковице, возвестить ей воплощение.
И архангел Гавриил, принесший ей радостную весть, стоял и смиренно ждал ее согласия на Бога воплощение. И Пресвятая Богородица, так же, как и все люди, недоумевала, как же может это быть, что Бог через нее придет на землю. Но, познавши в этом волю Божию, она сказала кроткие слова: «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». И вот этим соизволением Пресвятой Богородицы, которым явлена величайшая премудрость, которую только может даровать Господь людям, через эти кроткие слова явился на земле Господь наш Иисус Христос. Дух Святый сошел на Богородицу, и в ее пречистом чреве был зачат предвечный младенец, который в свое время родился, возрос и вышел на проповедь, принесший всем нам людям единение с Небесным Отцом, принявшим нам прощение, оставление грехов своей пречистой кровью, пролитой на честном древе крестном, своим воскресением, даровавшей нам вечную жизнь и освобождение от смерти и власти дьявола, своим вознесением посадил и человеческое естество одесную Бога и Отца, вознесший его превыше всех небесных сил. И в празднике Пресвятой Богородицы мы, дорогие братья и сестры, должны научаться ее кротости, ее премудрости, которую она явила в своей жизни. Ибо она изъявила свое добровольное согласие на то, чтобы Господь спас через нее род человеческий. И поэтому мы сегодня воспеваем ей: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» И так и мы, дорогие братья и сестры, должны всегда помнить, что Господь призывает всех нас в свое небесное царство. Господь хочет всем человекам спастись и в познание истины прийти. Но как же происходит это спасение? Что нужно для того, чтобы получить Царствие Небесное? Нужно явить ту премудрость, которую явила Пресвятая Богородица. Нужно явить свое согласие, свое желание войти в это небесное царствие. И дальше согласовать свою жизнь с волей Божией. Но все, что для этого требуется, это наше согласие, наше приятие, спасение, которое Господь всем нам обещает. Путь спасения очень прост, но он очень труден. Потому что здесь, на этом пути, предстоит борьба с нашей нечистотой душевной, с нашим греховным настроением, которое есть в нашей душе, со всем, что нас отвращает от Бога, со всем, что нас отклоняет от пути, ведущего к Царствию Небесному. Не надо думать, что Пресвятую Богородицу оставили все эти напасти. Конечно же, и она в свое время была подвергнута этим искушениям, но она прибыла еще в отроческом возрасте, твердой в своей вере, твердой в своей надежде, уповании на милость Божию. И даже после Благовещения, даже после того, как она приняла во чрево Спасителя мира, на нее пришли многие искушения. И сам праведный Иосиф, ее обручник, хотел отказаться от брака с ней, потому что смущался. Но Господь явил ее превыше всех небесных сил. Он показал ее нам как образец жизни. Потому что она была такая же, она была таким же человеком, как мы. Но она взошла на ту высоту, на которую Господь зовет всех нас. Первой взошла превыше всех ангелов, архангелов, превыше всех небесных сил. И Господь хочет, чтобы как можно больше людей, по возможности все люди, получили это спасение,
чтобы все мы насладились райских благ, Царствия Небесного, вместе со Пресвятой Богородицей и святыми, которые прошли вслед за ней эту дорогу, ведущую к Царствию Небесному. И сегодня, как и во все праздники Пресвятой Богородицы, читается евангельское чтение от Луки, в котором Господь благословляет сестер Марфу и Марию. И вот мы видим различия этих служений. Марфа была деятельной, она хлопотала, она старалась принять Господа и его учеников, как и других гостей своих. А Мария, то искала только одного, чтобы и слышать Слово Божие с ними созерцательной жизни. Так вот, Пресвятая Церковь учит, что в Пресвятой Богородице соединились два эти служения, что она большую часть своей жизни заботилась о Господе нашем Иисусе Христе, когда Он был младенцем, ребенком, отроком, юношей. Конечно же, она, как и все матери, заботилась о нем, кормила его, одевала его, беспокоилась о нем, молилась о нем. Но и служение Марии созерцательно, то жажда поучений, слышание слов Божьих также исполнилась на Пресвятой Богородице. Ибо она была первой слушательницей слов Божьих, и, можно сказать, первой его ученицей. И поэтому мы почитаем ее превыше всех святых апостолов, превыше ангелов и архангелов. И будем же, дорогие братья и сестры, молиться Пресвятой Богородице, чтобы как она от древности, от самого начала церкви христианской защищала род христианства, как она больше полутора столетий защищала этот храм, этот град, весь наш Хабёрский край, всю нашу царскую землю, своей иконой и благодатью от нее исходящей. Будем же молиться, чтобы она не оставляла нас в наших бедах, напастях, скорбях, чтобы она не оставляла нас своей помощью на спасительном пути, ведущем в Царство Небесное, в борьбе с нашими спастями, в борьбе с искушениями, которые посылают от дьявола нам всевает, чтобы устраивалась наша приходская жизнь, чтобы устраивалась наша семейная жизнь, чтобы восстанавливались храмы, порушенные в годы лихолетия, чтобы дети и молодежь воспитывались в православной вере, в любви к Богу и в надежде на заступничество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Еще раз поздравляю всех вас с праздником явления иконы Пресвятой Богородицы в граде Урюпинска. И все вместе возопием Богородицы, Пресвятая Богородица, спаси нас. Аминь. Участники, повторяйте молитву ко святому причащению. Все повторяйте громко. Верую Господи исповедую. Верую Господи исповедую. Яко ты си воистину Христос. Яко ты си воистину Христос. Сын Бога живаго. Сын Бога живаго. Пришед ты в мир грешное спасти. Пришед ты в мир грешное спасти. От них же первый есть вас. От них же первый. Ищи веру, ищи веру, сей самое пречистое тело Твое, яко сей самое пречистое тело Твое, сияй самая честная кровь Твоя, сияй самая честная кровь Твоя, молюсь об Тебе, помилуй мя, молюсь об Тебе, помилуй мя, прости мне прегрешение мое, боль и боль, прости мне прегрешение мое, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, я же ведением и неведением, я
Пресвященный, и Спаси меня неосужденного. Причаститесь пречистых Твоих тайн. Причаститесь пречистых Твоих тайн. Оставление грехов. Оставление грехов. Жизнь вечную. Аминь. И жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная днесь. Вечери Твоя тайная днесь. Сыне Божий, причастниками опрями. Сыне Божий, причастниками опрями. Не врагов твоим тайну поверь. Как занятие дам яко Иуда. Не восстанете дам яко Иуда. Як разбойник исповедую тебя. Но як разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение. Да не в суд или в осуждение. Будет мне причащение. Будет мне причащение. Святых твоих тайн, Господи. Святый Твой Тайм, Господи! Новое исцеление души и тела. Аминь! Новое исцеление души и тела. Аминь! Причащаться можно только после исповеди натощак, предварительно прочитав каноны молитвы ко святому причащению. Кто так подготовился, приступайте ко святому причащению. Дорожку, пожалуйста, здесь. Чищается.
Господин Тёма, ваше имя, отца, Лука. Коснусь устом вашим, отымет беззаконие ваши, грехи ваши очистят. Аллилуйя! Thank you.
нас на небо, отесную седы Бога и Отца, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всех вольных апостолов, и живу святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, польского града Златоустога, святого великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, епископа Суздальского, благоверных князей Василия Константина Ярославских, преподобного Ефрема Патриарха Антиохийского, преподобного Зосима Финикийского, их же и памятные не совершая. И живу святого священномученика Николая, пресвитера и же верхним гнутове, святых и праведных Богу Отец и Аким и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, как благо человека любит.